Ты в шоке? Я, если честно, тоже. Последний видик по БСу был вот и вот. Ну, если первый ролик был 1 мая и записывал ролик мой наследник, я полностью ему доверил это серьезное дело, то мой самый последний именно ролик от меня был 26 апреля. Через несколько дней, ровно месяц, как я не снимал Brawl Stars. И что же меня сподвигло записать сегодня видос? Значит, я не знаю почему, но именно вчера на стриме мне начали много писать сообщений с вопросом: а чё роликов по БСу нет? Ты чё, ушёл с БСа? Мне вообще сейчас, честно, кажется, что это максимально странный вопрос. Ведь я сколько про это говорил, я сколько про это записывал роликов, что людям до сих пор не дошло, никто не слышит меня или не хочет слышать, не знаю. Ну не суть, не в этом сегодня видос. Мне, короче, один подписчик написал: Холодик, а я знаю, что ты ушел с Brawl Stars. Тебя заблокировали. Я такой: в смысле? Совсем недавно я от Supercell получил страйк, а сейчас словил бан? Ну что ж, надо зайти в игру и убедиться в этом. Надеюсь, вы готовы. Раз, два, ой-ой-ой-ой-ой-ой, три. Попсоны, наверняка вы меня спросите: Холодик, ну как тебе удается постоянно ежедневно записывать ролики, играть каждый день в игры и не уставать от них? Попсоны, маленький вам совет на будущее, запомните навсегда. У вас всегда должно в жизни происходить разнообразие. Вы должны всегда менять свой образ жизни, чтобы вам ничего не приедалось. Например, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Друзья, в последнее время я прям очень много времени провожу за мобилкой. Но чтобы скрасить это время, нужно играть во что-то годное. И я могу вам порекомендовать с уверенностью онлайн РП, в котором можно играть по сети и действительно весело проводить время со своими друганами. Игра абсолютно бесплатна и очень часто обновляется. Совсем недавно туда добавили мой скин. Так что присоединяйся на третий сервер и используй мой промокод HOLDICAUTO, который дает тебе 120 тысяч игровой валюты и новенький гелик. Кстати, если вы хотите поиграть вместе со мной, то вам для этого нужно выполнить пару простых действий. Перейти по ссылке в описании, скачать игру. Второе, установить на свой телефон. Далее в настройках выбрать свой игровой ник в формате имя, фамилия, а после выбрать один из доступных серверов. Как вы понимаете, теперь играть GTA можно даже на своем мобильном телефоне. Поэтому скорее заходи на третий сервер Nevada и не забывайте вводить мой промокод. Ну что, давайте все-таки зайдем в игру и проверим, забанили меня или нет. Если да, то, скорее всего, за то, что я передал Даньке свой аккаунт. Ну а че он, мой сын? Имею право. Почему мне запрещаете передавать аккаунт сыну? Ладно, заходим. А-а-а, не забанили. Или это твинк? Стоп, это основной аккаунт или твинк? Нет, это, скорее всего, основной. Или твинк. Как-то мало. А что это за новые награды? Ребята, а что это? Где звездные очки? Что это за блинчики? 141 блинчик? А-а-а, это блинги. Друзья, как вы видите, мой аккаунт в целостности и сохранности. На месте мой аккаунт. Никто его не заблокировал. Все с ним хорошо. Зачем вы мне бросаете эту дезинформацию? Кстати, помните, я говорил, что я хочу уйти с Brawl Stars и разыграть свой аккаунт? Вы знаете, я передумал. Я передумал это делать, потому что я не уверен, что я получу ту сумму, за которую я готов бы распрощаться со своим аккаунтом. Уж реально, даже если я перестал играть в БС, мне этот аккаунт очень дорог. Я очень много здесь потратил сил, времени, которое раньше было. С кайфом. Если сейчас я не играю в БС, это не значит, что раньше я не кайфовал от него. Сейчас я отвечу на парочку вопросов. Что с БСом и куда он пропал? Но для этого
Хочу вам показать лайки. Ребят, 22 тысячи лайков. Дело в том, что у меня даже по стендоффу не всегда 22 тысячи лайков набирается. Давайте так, если вы хотите хотя бы изредка видеть Brawl Stars, поставьте лайк и подпишитесь на канал. БСеры, вы хотите еще, чтобы я записывал периодически Brawl Stars? Это будет не часто, это будет, возможно, ну как там, раз в две недели, раз в месяц, я не знаю. Периодически заходить и записывать ролики про старичка. Интересно, вышел Таро новый бравлер? Давайте посмотрим. Нет, не вышел. А я знаю, когда он выйдет. У меня есть вот такая вот шпаргалочка от CLB. Получается, самое интересное, что будет в Brawl Stars, это аж в июне месяце. В мае абсолютно ничего не будет. Ничего. И в июне месяце, 5 числа, выйдет тот самый новый персонаж. Потом на него скин. Там, кстати, будет еще чемпионат. И мне говорили, что Na'Vi вылетели, да, с этого чемпионата, насколько я понимаю. Честно, я не следил за новостями, напишите в комментариях. И я не вижу смысла вообще, знаете, как будто, ну, смысл следить, когда ты не болеешь, там ни за кого, не за кого болеть. Нет, там есть, конечно, крутые команды, но если там нет Na'Vi, у меня сразу нет интереса ничего смотреть. Ладно. Brawl Stars. Значит, что в нем? Давайте... О-хо-хо! Так, а я могу это купить за блинчики? Что это? Это Гоблин Карл за 29 гемов. А у меня гемов нет. Я-то знаю, где взять гемы. И вы все знаете, где взять гемы. Но... Ух ты, какой кошечка Леон. Бродячий Леон. Прикольно. Так, а тут у нас что? Базик. Кайдзюбас. Что? Кайдзюбас? Разработчики. Ну отсыпьте, ну. Ну вы под чем это делали, ну? Ну серьезно. Эдгар в маске. А в чем отличие от обычного Эдгара? То, что он в маске. Bubblegum Bibi. Не, скажите, вы покупали эти скины? Можете написать, чем вы руководствовались и мотивировались, когда покупали эти скины? Вот какая модель мышления у вас была в голове, что Кайдзюбас по-любому должен быть на моем аккаунте? И не жалко для этого 29 гемов. Плиз, напиши, почему. Так, что у меня тут еще? 15 золота. Не, ну серьезно, серьезно. Не, я прям... О, подождите, а вот это неплохо. 2700 блинчиков могу потратить. Ну, гемы я не буду тратить. О! Не, ну почему это скин выглядит нормально? А вот эти за 29 гемов как окурки какие-то. Ну что это? Это реально под галлюцинациями эти скины делались. Такое ощущение, что не те грибочки мы скушали. Ну реально, ну какой Кайдзюбас? Не, бродячий Леон, кстати, еще ок. Но остальное кринж. Окей, давайте возьмем Макса. Макс считается... О, какие скины классные. Стоп, есть даже вот такой вот Макс. А, за 29 гемов, конечно, опять разводят меня на гемы. Не, я на это не поведусь. Так, Максу обязательно нужна... Нужен щит и нужен кулак. Дефолт. Дефолт снаряги не меняются. Ну что ж. Ха-ха, что мы можем с вами поиграть? Тысячу озер. Кристальная аркада. Дуэли нет? Дуэли сегодня нет. Окей, тогда мы пойдем в шедешечку. Чтоб столкновение с хот-догом. Поехали. Ха! Прикол. Пупсёны, вы, наверное, спросите. Ну, в итоге-то. А чё, Brawl Stars не играешь? Или ты ушел с него и так далее? Ребята, я не понимаю вот этого вопроса. Ты что, ушел с Brawl Stars'а? Ну, официально я нигде не записывал никакую расписку, и Суперселом официально на доверенность не отправлял, печати такой нет. Да, я перестал играть в Brawl Stars, ну логично. Ну вот напишите в комментариях, а почему вы еще играете в Brawl Stars, что вас мотивирует играть? Я понимаю, если у вас не фуловые аккаунты, не все бравлеры, может у вас еще какая-то цель есть. Ну а я, как уже знаете, фуловый игрок, который уже всех персонажей выбил, все-все-все снаряжения себе задонатил. Все-все выбил, все открыл, еще и ящики удалили. О, хот-дог. А, это ж хот-дог, а я как коктейль хотел взять, лол. Лол, прикол. Это получается у меня ХП не регенится само по себе. Ну, окей. Так вот.
А, это если я зайду в дым, у меня ХП не остановится. Тогда я туда не пойду, буду стоять возле хот-дога. Так вот, мне как флому игроку не совсем понятно, что вообще делать в Brawl Stars. Вот вы мне можете подсказать? Я вот апнул 55 тысяч. Ну, апать выше, ну, камон, ну это же бред. Ой, пацаны, а чё, тиминг не ушел, да, с БС-а? А чё, ребят, по скиллу? Чё по скиллу? Так, ладно. Вообще тут расслабились в Brawl Stars, пока меня не было. Разработчики ничего не добавляют в игру для фуловых игроков. Ни дорогу славы не изменяют, никаких интересных плюшечек для... Ну, чтобы ты, знаешь, фуловый челик и... Так, окей. 5 бойцов. Слушайте, ну... Ха-ха, может у меня аим улучшился после станка? Ну, это вряд ли, конечно. Вообще, вряд ли что-то у меня могло улучшиться после станка, но тем не менее... О, расплющило чувачка. Так, ну я типа метка на топ-1, да? А, я понял. Ну смотрите, Мансую вообще прям, ну как... Слушайте, а в Нави не нужен новый игрок? Ладно, шутка дефолт. На самом деле. Давайте сдохнем. Ха, типа я так планировал. Слушайте, топ-3. Как для старичка неплохо, да? Плюс на 600 кубков, это высокие кубки для меня, но если в соло без тимы играть, понимаете? Красивый скин. 705 трофеев. Выиграй еще бой один раз и получишь... А что я получу? Что это? Квесты? А, это иконка? Хм. Слушайте, а тут же новый персонаж был, да? Я-то о нем так и не играл. Зовут Мэйси. На нем играл Даня. Поехали, сыграем бой. Я не знаю, что за персонаж. Я его не тестил даже, отвечаю. Мэйси какая-то. Честно, я смотрел Brawl Talk, но я когда его переводил, я не вникал, что там происходит. Я реально не знаю, что этот персонаж делает. Ну так, приблизительно помню. Так, это дальник, окей. Уже понятно. Вау. Интересно. О, я убил Тика. Это хорошо. А с него хот-дог падает? Чего? Ты убиваешь персонажа и с него га... А чё лагаешь ты? Чё с серверами? Ха, я не понял. Слушайте, это получается, ты убиваешь челика и с него сразу готовится хот-дог? Или это совпало так? О, на центре никого нет. Так, а чё ульта делает этого персонажа? Так, а гаджет чё? О, гаджет какую-то супер плюшку дают. Так, где все? Я хочу ульту использовать. Ну где вы? Где вы? Так, хорошо. И чё у меня ульта? Ага. Могу я эти ящики долбануть? Ой, класс, прикольно, ульта. Ой, вообще имба, ребяточки. Круто. Сколько? 10 кубков. 4-й ранг. Зашибись, ну все, этого достаточно. Надо было, конечно, постримить. 4-й ранг все-таки апнул. И что теперь, могу... Могу новую иконку поставить. О, могу. Давайте никнейм теперь выберем. О, не, никнейм менять не хочу. Я хочу выбрать просто зелененький никнейм. Вот так вот. Ну вот и проверили Brawl Stars. Вы вот спрашиваете, чего я его не снимаю? А можете мне объяснить, что мне здесь снимать? Я сюда зашел только проверить, забанили меня или нет. Ну, персонаж новый прикольный вышел, да. Ну, если я его даже на косарь апну. А дальше что? А все, а дальше ничего. Вот мы обсудили с вами скинчики, которые закончатся через 20 часов. Если вы тоже под... Да блин, на веселе, то покупайте эти скины, они реально годные. Ну, если вы в трезвом уме, то... Не понимаю, зачем это делать. Мегабум, привет. Короче, друзья, спустя полгода зашел Brawl Stars. Увидимся снова через полгода. Либо когда ролик наберет 20 тысяч лайков. Сомневаюсь, что до этого момента вообще вы досмотрели. И уж тем более сомневаюсь о каких-то 20 тысяч лайках. Но в целом... В целом... Иногда... Иногда надо заходить. Иногда надо отвлекаться. Вот, потому что когда в одно и то же играешь, как я и говорил в начале видоса, ты привыкаешь. Ну, точнее, притирается. А когда ты там, оп-оп, там чуть-чуть поиграл, уже чуть-чуть. Знаете, такое некое разнообразие. Всего, всем пока, увидимся через полгода. Пока.